А в горсовете Херсона прошли обыски. В кабинете одного из руководителей аппарата мэрии сотрудники СБУ изъяли наличными 90 тысяч долларов, 10 тысяч евро и 364 тысячи гривен. От кого подозреваемый получил эту наличку, следователи как раз выясняют. А с обыском они пришли в связи с расследованием дел о присвоении имущества, подлоге и злоупотреблении служебным положением. Об этом в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь главка СБУ Херсонской области. Чиновников горсовета подозревают в хищении 5 миллионов бюджетных гривен, которые должны были пойти на строительство и ремонт объектов культуры и образования.